Мужчину с сумкой, полной человеческих костей, задержали на Красноярском железнодорожном вокзале. Страшное содержимое разглядели сотрудники службы безопасности на входе в здание, когда багаж просветили на ленте-транспортере. Хозяина сумки тут же остановили и проводили в караульное помещение. Эту информацию нам подтвердили в полиции, пояснив, что дело ведет транспортная прокуратура. По предварительной информации, мужчина раскапывал могилы в Енисейске, собирал останки и продавал их в Петербурге, выдавая за святые мощи. Сейчас страшная находка передана на экспертизу. Возбуждено уголовное дело. Изначально об этом происшествии в соцсетях рассказала адвокат Катерина Калядина. Она оказывает юридические услуги компании, которая отвечает за безопасность на вокзалах. Мужчину задержали, вызвали сотрудников полиции. Он пытался занять ситуацию на месте. Конечно, пояснял, что он батюшка, везет святые мощи. Он пытался говорить, чтобы его отпустили, что ничего криминального в убийствах нет. Пришли сотрудники полиции, которые, конечно же, мужчину запроводили в отдел полиции с сумкой.